Я люблю мой Старожевск. Здесь, в Коми Республике, я родилась и выросла. Наш поселок стоит на Вычегде. Со всех сторон к нему подступает тайга. Окончила здесь школу, стала водителем автомашины. Односельчане избрали меня депутатом районного совета. Многие теперь после окончания школы остаются в родном совхозе. Совхозный шофер Надежда Ширяева не только вместе со взрослыми участвовала в полевых работах, бывала на фермах, но также, как эти десятиклассники, любила слушать рассказы знатных односельчан, доярок, полеводов, механизаторов. А сегодня она сама выступает в классе, где сидела за партой. Вместе с аттестатом зрелости многие ребята и девчата Старожевска получают права тракториста. За годы школьной практики в центральной ремонтной мастерской совхоза они осваивают трактор и теперь могут обнаружить и устранить любую неисправность. Но самое интересное – это вождение. Сколько волнений, когда впервые садишься за руль. Из года в год молодежь остается дома. Может быть, и потому совхоз Старожевский стал миллионером.